Здравствуйте. Мы в гостях у Деда Мороза. Проходите. А верят ли в вашей квартире в Деда Мороза? Да. А это мальчик Миша. Да? Да. Миша, правда ли ты обращался к Деду Морозу? Да. И тебе хотелось получить от него подарок. Да. Вот мне Дед Мороз позвонил, а я являюсь руководителем пенсионного фонда в Кировской области, и сказал, что вот мальчику Мише очень хочется иметь смартфон. И вот мы выполняем твою просьбу, твое желание, твою мечту. Пожалуйста, Миша. Спасибо вам большое. Я очень рада, что моя мечта сбылась. Настоящее новогоднее чудо для слабожанина. В ноябре у Миши случилась неприятная ситуация. Сломался телефон. Вместе с мамой он случайно увидел информацию о благотворительной акции «Елка желаний». Тогда семья Невзоровых решила попытать удачу и отправила туда письмо. Так как мне для контроля своей болезни нужен телефон с дополнительными функциями, мы как раз его и заказали. И вот буквально сейчас только что случилось чудо, и мне принесли телефон даже еще лучше, чем я заказывала, и положили еще несколько дополнительных подарков. Я очень рад и спасибо всем тем людям, которые участвуют в этой акции, в этом фонде, которые помогают детям. Без внимания не остался и младший член семьи. Саша Невзоров получил сладкий подарок. Саша, мы вас искренне поздравляем с Новым годом. Желаем счастья, всего самого лучшего. Обязательно верьте в чудо, чудеса, они всегда сбываются. С Новым годом! Елка желаний – это место, где люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, и дарят им подарки или исполняют мечты. В преддверии Нового года такая акция проходит по всей России. Эстафету добрых дел подхватили и в Кировской области. Я хочу поздравить весь Слободской с Новым годом. Хочу пожелать всем слобожанам в Новый год счастья, здоровья, ну и, конечно же, верьте в чудеса. Вот я верил, и у меня случилось исполнение мечты.